Ну и первая христианская церковь образовалась, которую я считаю совершеннейшим чудом образования церкви. Там начинается государство в государстве. Мне так нравится, когда приезжают и приветы передают. Я передала привет от петербургской общины, вашей церкви. Я повезу от Курской церкви. Когда приезжают, мы сразу принимаем, это наш приехал, это из нашей церкви приехал. Вы понимаете, это чувство единства, родства, близости, все какой-то всемирности. И это было с самого начала в церкви. Какие были духовные черты первой христианской церкви? Христианство имело название, не слово «христианство» не было, а было слово «путь». Путь. Путь истины, путь добра, путь правды, путь Господень, путь спасения. Вот. А христиане назывались ученики, братья, святые, праведные, бедные, верующие, спасенные, избранные. Ну вот, христиане стали называть их уже позднее. И римляне, называя их христианами, они пытались как политическую партию их. У них есть Христос, такой руководитель. И слово «христианин» носило, имело враждебный оттенок. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». То есть христианин было ругательное такое слово. И царь Агриппа иронически говорит, «Ты немного не убеждаешь мне сделаться христианином». Это слово не имело положительного значения. Слово «христианин» приняли и использовали и вне церкви. Оно было связано с политической пропагандой и приписываемыми преступлениями, что христиане. Но вы понимаете, в чем дело? Христиане, конечно, вызывали недоумение. Они не были как все. Они не шагали по звуку общего барабана. Они отказывались приносить жертвы богам. Они даже отказывались приносить жертву образу императора. Император, чувствуя, что уже этим богам никто не верит, он сам себя сделал богом. Приходила, марширует рота солдат в деревню приводить присяги новому императору. Императоры часто менялись, потому что их там убивали. А потом другие возникали. Военщина ставила новых императоров, и там они очень часто менялись. Вот присяги приводят. Портрет императора ставят, эту кадильницу с угольями горящими и ароматные шарики надо бросить туда и сказать, кесарь есть Бог. Христианин подходит и говорит, Христос есть Бог. Понимаете, как? Испытательно. Вот, имя было наказуемым. Какие черты истинной церкви? Черты истинной церкви. Господь сказал, будьте святы, потому что я свят. Вы знаете, что как это слово часто неправильно понимается. Мы никакими прыжками, подпрыгиваниями мы не можем достигнуть святости Бога. Дело все в том, христианин, который это понял, каждый христианин в какой-то мере это понимает. Будьте святы, потому что я свят, а я Отец ваш, вы мои дети. Вы святы мною, Он свят, мы имеем Его святость. Это в конце первой главы 1 Коринфянам, там написано, Христос сделался нашей праведностью, нашим освящением. Я грешник. Но Христос говорит, ну и что? Я свят. Понимаете как? Другое дело, что когда мы принимаем те изменения, которые Бог в нас производит, мы понимаем, что это не моими прыжками заслужено. Это Он во мне произвел. Когда я в себе
ненавижу какую-то черту. Надо сказать об этом Богу. Господи, я отрекаюсь от нее. Это мерзость. Сотворила мне твое. Вы сами удивитесь, что исчезает эта черта у вас. Поэтому черты истинной церкви. Будьте святы, потому что я свят. Поэтому первая черта. Потому узнаешь вы, мои ученики, если будете любить. Вот братолюбие. Братолюбие. Ты любишь родившего, ты любишь и рожденного от него. Он тоже грешник, и он прощенный, как и ты. И все советы апостолов, которые нам оставили, друг другу, друг о друге, друг за друга, друг... Мне так нравится. Почитайте один другого выше себя. То есть я, конечно, выше, да? Но потом я вдруг так, и оказывается, этот выше. Так, с юмором даже, понимаете? Почитайте один другого выше себя. В каком-то отношении ты выше, в другом отношении он выше. Вот, страннолюбие. Кто приехал к вам, с любовью принимайте, да? Честный брак, нормальный брак. Господи, какое чудо это! Какая редкость это! Как нормально и как прекрасно это! И любовь прекрасная, и семья, и отношения мужа и жены, и отношения с детками, и ответственность за них. И когда они бросают этих деток, а когда воспитывают их, и в церковь и приходят со своими бантиками, галстучками. Кто-то сказал, дети в церкви, конечно, это когда базар, дети в церкви. Но когда детей в церкви нету, это кладбище. Ну вот. Не сребролюбивый брак, не сребролюбивый нрав. Вы понимаете ли, писала я пособие по этике, где очень ясно так, в Библии так написано, что, понимаете, деньги – это написано средства, мои средства. Так они средства для достижения того и того. Им не надо, их не надо любить, им надо пользоваться. И на пользование есть целый ряд правил. Во-первых, понимать, что они не твои. Вы знаете, что это все удивительные вещи. Несребролюбивый нрав. И жертвы приносят все христиане. Хвалы, благотворение, общительности, жертвы. Жертвы хвалы, потому что Давид сказал в своей душе, «Благослови, душа моя, Господа». То есть, понимаете, душа его не хотела хвалить Господа. И он требует, ты моя душа, будь добра, хвали. Тебе не хочется, тебе не в настроении, у тебя ничего не произошло такого же. Но ты должен принести жертву хвалы. Жертвенник должен гореть. Поэтому я всегда вот это говорю, благослови душа моя, Господь. И не забывай. Ну, начинаешь. Он прощает все твои беззакония. Исцеляй все недуги твои, избавляй от могилы жизнь твою, венчай тебя милостью, щедротами. Вы понимаете ли, обновляет подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Благослови душа. И душа поднимается. Начинаешь славить Бога, и у тебя внутренность твоя поднимается. Удивительная вещь. Поэтому жертва хвалы. Благотворение – это тоже с чем-то расстаться надо. И общительности, потому что где-то потесниться надо. Вы понимаете ли как? Жертва. Ну, жертва, которая вознаграждается удивительнейшим образом. И церкви даны наставления. Надо помнить узников, помнить страждущих, поминать наставников, повиноваться наставникам, молиться о них. Вот. И Царство Божие, оно действует в истории как таинственный процесс, неочевидный для обычного понимания. Он сказал, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою, мы говорили уже, сама собою, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе,
А когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Понимаете, что есть люди созревшие, и Бог посылает серп, зачем дальше они готовы, понимаете? Почему, когда кто как умирает. Вот. И поэтому Бог себя уже спроецировал в историю. И вот сам все это производит, как земледелец видит. И христиане призваны к свободе от эгоизма, от мстительности, от чувственности, от зависти, от земных сокровищ и от земных тревог. Великая свобода. К свободе призваны вы, братья. Вот, потому что, вы знаете, мстительность не наше дело. Как хорошо. Мне отмщение, я вас дам. А то мы можем не туда, не тому, не так отомстить. От чувственности, потому что даны каналы, направляя твою любовь, твою энергию, твое чувства твои. У тебя дом есть, у тебя есть жена юности твоей, у тебя есть детки, а то и внучатки. Какой канал для всего этого? И завидовать. У тебя есть твоя доля и твое благословение. И тебе дано то, что тебе нужно. От земных сокровищ, потому что прекрасно понимаем, как они исчезают. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Кризис жизни совершается не в будущем, а сейчас. И мы призваны к свободе от всех бедствий, которые являются результатом греха. От этих бедствий мы избавлены. Вот. Мы призваны к свободе, от которой зависит благосостояние, безопасность, счастье. Искренность – это черта христианина. И верность, и смирение, верность. Нужно от домостроителя требует, чтобы был верным. Бог верен, Христос был верен. Вот это христианам дано такое обетование. Никто из уповающих на него не погибнет. Обетование. И верующий только в церкви сознает, понимает и осуществляет свое спасение. Мы в одиночку, мы не аскеты, не анахаэты, в одиночку не спасаемся. Мы идем, Бог нас спас каждого, где, кто где, а потом привел в церковь. Как хорошо. Ну вот, и понимаете ли, библейский взгляд на церковь не совпадает ни со взглядами Августина на экумению, ни со взглядами Лютера на духовное единение всех верующих. Проявление невидимого происходит в видимом, при даже запятнанности его служителей. Понимаете ли, что вот сейчас мы уже будем к отцам переходить, потому что первая церковь очень многих вещей понять она не могла. Коротко скажу, внутри организационные черты церкви. Где собирались христиане? В домах. Что было в этих домах? Была проповедь, было крещение, была Евхаристия, там совершалось погребение. Погребение совершалось так, что если праведный умирает, мы радуемся и благодарим Бога. Мы провожаем его тело, как если бы он просто переехал из одного места в другое.